Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Выбирай, как мы с тобой Ну, удачной охоты, сталкер. Догоняет и хлопает. Подходи, пообщаемся. Он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему. Чего орешь, а? Мужики, я уже полностью вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Помолчи, говорит. Ну я вот услышал. И чего теперь делать будем? Блин, так не смешно же. Что за выжигатель такой? Правду о нем говорят. Или бред. И никого на горизонте. Вот и ладушка. Вот хорошо. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Оружие убрал. Сейчас бы дома оказаться. Ты ствол-то убери. Да с книжкой толковой. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему, контролер обиделся. Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалина, что ли? А сталкер свое гнездо сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похобень с тебя станет. А поновее ничего не одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Так, убери оружие. Спасите! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Командир, там придурок какой-то внушается. Шумнем? Отставить. Не хрен на мелочь боезапас дать. Но пусть живет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать! Заходи! Закрывай! Тише, тише!
Берем его, тепленького! Эй, тут нашего убили! А ну, рики-брики в домке! Как тебе сломать? Бля, в натуре наших валят! Ща мы их... Ну, подорвали, пацаны! Все, ты друг! Рики и в домке! Получай, скотина! Волк, фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Я тут! Выручайте! Ну, теперь я расскажу. Блин, денек выдался. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как? Рядышком с ней уже кровосос ошивается. Ну, сталкер ему говорит, валил бы ты отсюда пока цел. А тут обиделся 100 лет, мол, нет, вообще не нужно. Эй! Мужики, вы живы? Что вообще происходит? Блин, денек выдался. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как? Я тут! Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя.
лагерю ночью повалялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. Раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседу в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: «Водички, водички, попей!» А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько: «Покипи, моя...» Назначен на 6:30. Этого дела брать с собой по 2 литра. Блин, это так не смешно же. И что же он за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут? Ну, надо ж было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. А вообще-то тут интересно. Здорово даже. Не так, чтобы прям золотое дно. Ну, так это времени побольше надо. Времени, сноровки опять же.
Иди ты к чертовой бабушке. Ну ты выдал. Внимание! Выдаю шутку юмора! Допрашивает как-то погонник матерого сталкерюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Он ему и говорит: «Так ё, признаю, командир! Все признаю! Вот тебе крест! Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся!» Да ты даешь! Блин, пить так не смешно же! Квасу б сейчас холодного. Есть что-то? Меченый. Я-то, в общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хорошо. Ну, будет еще? Заходи.
Ну, проветришься, заходи. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повелялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: водички, попей. А если не дашь слезнуть из пятки или наружу полезешь, пришибет. Раз мужик один пришел, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседу. Thank you.
Thank you.
Ну, здорово. Что за бодягу ты мне? Проветришься, заходи. Так, убери оружие. И учиться не хотят. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты его про аномалию. Он тебе про собаку. Ни о чем думать не хотят, кроме бабы. Пока кишки поверхами разбросают. Стало быть, начинает он. Да кого тут вообще боятся? Так, убери. Обана! Был противник и нету! Попали в меня!
Так, убери оружие. Ну, теперь я расскажу. Поймали как-то долговцы, свободовцы Растамана. Решили, что надо его подвести. Что притащил? Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Ну, проветришься, заходи. Хорошо. Ну, будет еще? Заходи. Ну, проветришься, заходи. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиска рыбы. Что при... Неплохо. Молодец. Я доволен. Ну, проветришься, заходи. Скотина!
мужики! Нашего убили! Thank you.
нападение на охраняемую территорию будет пресекаться недоступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. На, получи! Есть что-то? Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись и крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Сальца бы хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим. С чесночком. Пожрать ничего хорошего. Оружие убрал. Слышь, сволочь!
баба домашнего на стол горячего. Есть что-то? Ну, проветришься, заходи. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Да, настроение... Не буду я говорить. Бывает. Да. Внимание, анекдот. Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Тут бац, рощица. Или маленькая.
захваченные. Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Лесом кричут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Эй, кто-нибудь! Осторожно! Все, одолели тварей. Попали, суки!
Ну, здорово. Неплохо. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Пожрать бы чего хорошего, так ведь нету. И что же оно за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут? Я тут вспомнил вот. Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Тут бац, рощица. Или маленькая, а на карте ее нету. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, и так, а не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти? Тот и говорит: мне тоже в ту сторону, пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. Молодому скучно стало, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще бояться? Как кого, удивляется молодой? Ну, это монстров, контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно: дурак ты. Если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? А поновее ничего нет? Сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Ух. Вот такое знает кто? Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Ого, вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. Блин, так не смешно же.
Так, убери оружие. Ну, это понятно. А что случилось-то? Я вот захожу в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. Да ты даешь! Блин, так не смешно же. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертело. Скворчащий, попали с... На, козлина! Бля! Убери оружие. Thank you.
тут стреляют! Ты покойник! После поговорим! Получи, гад! Держи от меня! Держи!
Mm-hmm.